Ребят, всем привет! Очень хотелось провести стрим, обозначить всю ситуацию, которая произошла с Бимом. Но, к сожалению, наверное, в связи с санкциями мы пробовали с разных аккаунтов, то есть нас просто выкидывает и не дает проводить прямую трансляцию. Все вы знаете, что все, кто находится в России, нам блокируют все. У нас очень плохой интернет, у нас очень плохая связь с последними событиями. Нам многие какие сервисы поотключали. Да отпусти, Барсика. И вот сейчас даже невозможно провести стрим. То есть вроде есть и связь, и интернет, но просто выкидывает и все. Ну, он выкидывает, не дает проводить трансляцию. Спасибо всем огромное за помощь, за то, что вы хотели помочь Биму. Мы тоже очень этого надеялись на то, что мы поможем. Я очень благодарна врачам, которые сделали все, что возможно от них. Но мы не боги. И мы забрали собаку слишком поздно, если бы мы узнали о ней раньше. Даже если бы хотя бы прошло 3 дня, я думаю, у него был шанс. Но так как прошла неделя, то шансов по анализу крови у него состояние ближе к сепсису. То есть там уже раны были жуткие, и операция была не прям такая, что тяжелая. То есть его нормализовали, стабилизировали сердцебиение, стабилизировали температуру. И ввели просто наркоз, чтобы зашить раны на нижней челюсти и посмотреть, что там творилось в том месте, где его кусали собаки. У меня есть фотографии, если кому-то интересно, можете писать мне в WhatsApp, Viber, я вам пришлю. Фото не стали вставлять, потому что побоялись блокировки на YouTube. Да, там просто за такие фото, то, что мы увидели, там могли просто заблокировать YouTube. Там рана на попе. Ну, вся задняя часть – это некроз. И все это выглядит ужасно. То есть, есть эти фотографии. Плюс у него… Твой номер телефона, Viber, WhatsApp под любым роликом в описании. Номер Маши, ну, под роликом. Да, вы можете всегда мне писать. Я, возможно, не сразу, но всегда стараюсь отвечать. Вот, фото мы не ставили, потому что там действительно просто жесть. Ну, просто было упущено время. И плюс собака находилась на холодной железяке все это время, по большей части. Моча была с кровью, то есть почки застужены. Напрочь еще и отказали почки. Благодаря вашей помощи мы оплатили кошачий корм. Оплатили, как я уже говорила, Тимона, оплатили Бима. И как бы… Ты ей скажи, что ролики пошли не по плану. Ролики пошли не в планово, как мы планировали. Да, вы все знаете, что мы ролики опубликовываем с опозданием в неделю где-то, ну, 2-3 дня, там по-разному бывает. Но Бим, он пошел… Ну, как экстренно, так как у нас, очередь, да, так как у нас не было средств, Бим пошел вне очереди. Бима пропустить сразу. По поводу кремации еще, ребят. Кто-то мне, многие писали, что закопала бы сама. Мы живем в Оренбурге. В поле. У нас это степь. Чтобы вы понимали, у нас здесь ветра. У нас хоть и вчера шел дождь, но сейчас все замерзло. Это гололед. У нас зима. И выдолбить просто даже какую-то ямку, это нереально. А в снегу хоронить и это… И тем более, где, куда я должна пойти? Мы живем в городе. Пойти в парк, копать ямку… Я уверена в этих врачах за все то время, пока мы лечили животных. Мне ни разу не навязали лишнюю процедуру, не взяли лишнюю копейку. Всегда мне делают скидку и стараются сделать все возможное, что от них зависит. И поэтому я благодарна врачам и сама имею все-таки ветеринарное образование. Я знаю, что они сделали очень много и порой даже они делают… Ну, у нас не такая развитая ветеринария, но они порой делают те вещи, которые, в принципе, невозможны, наверное. Поэтому на врачей как бы зря, они долго как бы это все… Это в ролике вам кажется 5-10 минут и все, а мы находимся там часами, и часами все эти проводятся манипуляции. То есть, ну, не всегда это показывается так, как, ну, кто будет смотреть часами то, что там кропотливую работу, как… спасают и пытаются привести животное в чувство. Поэтому по поводу кремации. Я уверена, что я оплатила кремацию, что его действительно кремируют. Я знаю, что врачи сделали все, что могли.
Вам еще, ребят, спасибо огромное за поддержку. Я вам очень сильно благодарна, что вы нас поддерживаете. И все, что вы, ваша помощь вся, она идет целиком и полностью на животных. И даже если как бы там остаются средства, они идут на кормежку, на какие-то другие случаи. В этом ваша целиком и полностью заслуга. И надеюсь, что вы будете нас и дальше поддерживать. Не удалось с вами пообщаться. Пишите, наверное, под этим видео, пишите свои вопросы. Постараюсь вам на них ответить обязательно. И еще, ребят, огромная к вам просьба. Я за мир. Я не хочу склок и скандалов на своем канале. И поэтому прошу про войну, про какую-либо сторону не писать. И прошу не разводить и как-то не оскорблять друг друга, не оскорблять меня. Если хотите оскорбить меня, можете написать мне в личку, но, пожалуйста, не на канале, потому что канал создан на то, чтобы все-таки спасать животных и делать этот мир добрее и лучше. Поэтому, пожалуйста, давайте будем добрее, терпимее, и тогда, возможно, этот мир когда-нибудь изменится в лучшую сторону. И про PayPal еще хотели сказать. Ребята, мы сейчас стараемся, решаем, PayPal, да, мы решаем этот вопрос. Как что будет известно, или скажем в ролике, или опубликуем в сообществе, то есть если будет, как куда переводить. Если мы найдем проверенных людей, то есть из, там, грубо говоря, Казахстана, ближе наших знакомых, сейчас идут разговоры, обсуждения по этому поводу. Как что будет известно, мы сразу же вам сообщим. Ну, все. Всем пока. Добра.